Привет. Могу я с тобой поговорить? Мы должны зайти внутрь, их было четверо. Что мы говорим? Не надо выдумывать, когда речь идет о... Могли бы вы открыть дверь? Они врываются! Я с тобой, детка. Мы не причиним вам боль. Но вы должны остаться здесь вместе с нами. Разные семьи на протяжении всей истории выбирались для принятия этого решения. Ваша семья должна добровольно пожертвовать одним из вас, чтобы предотвратить апокалипсис. Мы не будем никем жертвовать! За каждое ваше «нет» погибнут сотни тысяч людей. Это происходит на самом деле. Милая, закрой глаза. Ну так вы сделаете выбор. Вы должны как-то довериться нам. Мы такие же нормальные люди, как и вы. Неважно, никто из нас вам не верит. Мы никогда никого не выберем. Бен! 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 Боюсь, правило таково, что никому не позволено уйти, пока вы не сделаете выбор. Ты действительно думаешь, это просто совпадение? Я должен в это верить! Мой сын умрет! Его зовут Чарли. Как мать, я умоляю тебя! Ты единственный, кто может остановить это. Эндрю, я кое-что видел. В этом свете что-то было. Я чувствую это. Я забираю свою семью и ухожу. Эндрю Паркер! Если вы не сделаете выбор, мир погибнет. Нам не дали шанс решить судьбу всех. Время в этом мире на исходе. Мне страшно. Нет ничего более порочного и совершенного в этом мире, чем наша семья. Поторопитесь сделать выбор. Вместе навсегда. Вместе навсегда. Я спрашиваю в последний раз, сделаете ли вы выбор? Стук в дверь. Озвучено специально для канала в рейтинге.